Здравствуйте! Я являюсь научным сотрудником Музея русской гармоники Альфреда Мартиновича Мирака. Наш музей входит в музейное объединение «Музей Москвы». Мы являемся филиалом. Также я работаю учителем музыки в лицее номер 504 и преподавателем музыкальной школы имени Арама Ильича Хачатуряна. Сегодня я с вами встречаюсь в музее, потому что у нас очень интересный, замечательный музей, и есть о чем здесь поговорить. Я хочу вас познакомить с интересными экспонатами, которые живут в этом зале, в зале старинной русской гармоники. Мы сегодня с вами увидим интересные инструменты, которые бытовали в разное время и были изготовлены в разных районах, областях нашей большой страны. Наш музей уникальный, потому что он представляет бывшую частную коллекцию. Эта коллекция была создана уникальным, удивительным человеком, профессором, доктором искусствоведения Альфредом Мартиновичем Мираком. На протяжении 55 лет он собирал, изучал и систематизировал разные виды гармоник. И вот интересный экспонат, который открывает экспозицию этого зала, это макет первой гармоники, которая появилась в 1780 году в Санкт-Петербурге. Изготовил ее удивительный музыкант, чешский органный мастер Франтишек Киршник. Гармоника, в отличие от современных инструментов, не имеет кнопочек. Здесь одни клавиши. И вот многие посетители наши удивляются и спрашивают, как же вот играли в то далекое время на таком интересном инструменте. На самом деле, конечно, это было не так просто, потому что здесь одновременно сочеталась и клавиатура фортепианная, поскольку Франтишек Киршник был органистом, и инструмент, который он изготовил, он делал для себя как бы маленький переносной орган, чтобы можно было играть в разных концертных залах. Так вот, правая рука играла на клавишах, а левая рука бралась вот за эту ручку и делала совершенно другое движение. Правая горизонтальная, левая вертикальная. И таким образом инструмент звучал. Заслуга Франтишека Киршника в том, что он вставил внутрь подобного инструмента музыкальные язычки, которые стали потом перемещаться в разные гармоники, даже в современных инструментах. И в русских, и в зарубежных. Вот такая интересная основа. Меха, которые должны набирать воздух в инструмент, и музыкальные язычки, которые звучат под воздействием потока воздуха. Первая гармоника, которую мы с вами видели, родилась в Санкт-Петербурге. Франтишека Киршника изготовленная была. Так вот, она была настольная. А вот те инструменты, которые представлены в этой витрине, они уже ручные. Эти инструменты появились в разных городах и областях нашей страны. Этот инструмент действительно очень любили, и поэтому каждый мастер хотел показать особенность, самобытность своего инструмента. Мастера устраивали даже такие негласные соревнования между собой, чья гармоника окажется лучше, и чей город прославится своим необычным инструментом. Здесь мы видим разные гармоники, и на примере внешнего вида легко можно сказать, что эти гармоники имеют одну и ту же основу, те же самые меха и музыкальные языки. Только каждый инструмент изготовлен по-своему, и каждый из них имеет свою особенность, свой секрет. Если один гармонист умеет играть вот на такой маленькой тульской семиклапанке, так взять в руки другую гармошку и сразу заиграть не получится. Нужно некоторое время для того, чтобы понять, в чем особенность данного инструмента. Я хочу обратить ваше внимание на особенности некоторых гармоник. Ну, как скажем, вот на такую гармонику. Она родилась в Орловской области, в городе Ливны. Гармошка отличается своим необычным внешним видом. Особенность ее в длинном мехе. Мастера, которые изготавливали такие гармоники, объясняют, почему они сделали гармошку с таким длинным мехом. Они говорят, что у русских людей напевов, мотивов больше плавных. Они требуют большой длинной фразы. А вот если гармошечка маленькая и коротенькая, мне приходится как гармонист очень часто менять направление движения меха. И отсюда фраза прерывается. А уж на такой гармонике я буду долго тянуть свою фразу, что, собственно говоря, и делали гармонисты. В то далекое время, когда бытовала эта гармошка, она стоила совсем недорого. И каждый молодой человек мог купить гармонику в любом магазине и выбрать для себя по душе ту, которую ему нравится. Так вот, эта гармошка
хоть и длинная, она абсолютно легкая, плоская, держать ее нетрудно. Но во время игры гармонисты всякий раз показывают ее особенности. Они могут до пола дотянуться своим длинным мехом, они могут вокруг себя обернуть. Или, предположим, взять правую руку за кнопочки и отпустить этот длинный мех. И пока мех ползет, гармошка сыграет много чего интересного. Вот так называется, и так особенностью своими отличается вот эта удивительная гармошка под названием ливенка. Но они же стоит гармошка, ну, своим внешним видом, которая тоже совсем другая. Гармошка, которая отличается красивым мехом, мех украшен, тканью ситцем обклеили, в цветочек или в горошек, корпус блестит, переливается, но на самом деле эта гармошка громко играет, она громко звучит. Ее специально такой сделали, чтобы тоже отличить данную область. Эта гармошка родилась в Саратове, называется она просто Саратовская. И рассказывают, что когда играли на такой гармошке, на одном берегу Волги стоял гармонист, так его далеко было слышно на другом берегу. Эта гармошка отличается своим ярким звучанием благодаря колокольцам, звоночкам, которые мастера приделали вот с левой стороны, там, где играет левая рука на левой клавиатуре. Вот такие удивительные гармошки. Рядом стоит гармошка, ну, не такая красивая, как предыдущая, но зато она тоже имеет свои особенности. Особенность следующая. Клавиатура у нее другая. Клавиатура, которая нам не покажет абсолютно ни одной кнопочки. Здесь одни клавиши. Эту гармошку так и называют рояльной. А некоторые специалисты считают, что это прародители аккордеонов. Может быть, так оно и было. Ну, а я хочу обратить внимание на то, что вот на этой гармошке играли по-особенному. Ее изготовили в городе Ельце и называют ее так – рояльная елецкая гармошка. А вот когда играют на такой гармошке, то показывают тоже своего рода чудеса. Обычно гармонисты левой рукой ведут мех в сторону, а вот на такой гармошке принято было мех вести правой рукой. И даже в наше современное время, когда играют на ней, тоже стараются играть вот так, по-старинному, как в то время играли на этом замечательном инструменте. Мы с вами можем сделать вывод, что каждая гармошка хороша по-своему. Главное, что она душа нашей страны, душа России. Мы сейчас с вами находимся в уголке так называемого домашнего мастера. Когда гармоника первая появилась, то очень многие люди просто захотели научиться играть. Вот появилась необходимость открывать гармонные фабрики. Но это было все потом. А первая гармоника, ручная, родилась в Туле, и изготовили ее тульские оружейники. Причем каждый из мастеров работал у себя дома. Вместе потом они собирались, и те замечательные части, которые они изготавливали, складывали. И вот так появилась первая гармоника. Мы сейчас с вами увидим некоторые части этого инструмента. Конечно же, определим, что здесь главное. Ну, наверное, пожалуй, все главное. В руках у меня музыкальная рамка или музыкальная планка, которая нам и показывает главную часть гармошки. Те самые музыкальные язычки, которые звучат под воздействием потока воздуха. На примере вот этой гармоники старинной мы увидим, что все-таки главной частью, наверное, следует считать именно мех, поскольку все инструменты семейства гармоник так и называют духовые язычковые инструменты. И вот с помощью меха, конечно же, гармошка набирает в себя воздух. С обеих сторон мех держит корпус инструмента, который просто необходим. Правый полукорпус и левый полукорпус. Нужны обязательно кнопки, чтобы играли обе руки. Хотя уже в дальнейшем более искусные музыкальные мастера изготавливали серьезные инструменты с одной клавиатурой. Эти инструменты называют оркестровые или ансамблевые. И особенность таких инструментов в том, что там играла только одна правая рука, мех был небольшой и огромный корпус. Эти инструменты тембровые, поскольку они имитируют звучание деревянных духовых инструментов. Но это для особых учебных заведений, даже не в каждой музыкальной школе в наше время есть комплекты таких удивительных деревянных инструментов. Вот. Ну, а что еще мне хочется сказать, что в гармонике языков достаточно много, потому что это звуковысотный инструмент. Вот, и мелодии он издает самые разнообразные. Вот на этой деревянной детали мы с вами видим, что величина языка в гармонике разная. От самых длинных до более коротких. Это связано с тем, что гармоника издает разные по высоте звуки.
Ну и, конечно же, когда бытовала гармоника и только-только появлялась, ее очень любили, и поэтому мастера любовно украшали свой замечательный инструмент. И тканью обклеивали, птицам или в цветочек, или в горошек. Накладки, узоры клеили на корпус инструмента. Даже некоторые замечательные инструменты можно было определить по накладкам, из какой они области или из какого города. У меня в руках интересный инструмент. Сапожок из семейства черепашек, уникальных гармошек, которыми славились русские мастера. Да и в наше время они, конечно же, удивляют слушателей необычностью своей. Это самый маленький и самый удивительный из русских гармошек. Играть на таких инструментах непросто. Особенность есть, конечно. Каждый кабланок на такой гармошке издает сразу два звука, не одновременно, а на разное ведение меха. Ну, предположим. Такая удивительная гармошечка. Маленькая мелодия, которая прозвучит. Еще раз хочу обратить внимание на то, что играть непросто. Надо вовремя успеть поменять направление движения меха. Поэтому русские гармошки и считают самыми любимыми инструментами. Они живут уже столько лет. И мы надеемся, что в нашем музее всегда будет много посетителей, потому что гармоники – это часть русской культуры и нашего народа. И они, конечно же, никогда не должны забываться.